Владимир Ильич Ленин – знаменит организацией коммунистического движения. Его труды до сих пор актуальны, а имя вождя мирового пролетариата известно далеко за пределами страны. В 98-ю годовщину со дня смерти учителя всех трудящихся губернатор области Алексей Русских возложил цветы на Соборной площади. К нему присоединились все, кто помнит нашего земляка. Имя Ленина. Оно навряд ли кому не знакомо во всем сегодняшнем мире. Это великий человек, который изменил, в принципе, историю человечества. Советская эпоха – это эпоха, которая много создала того, о чем, что можно сохранять. И поэтому мы сегодня даем знак памяти личности этого человека. Памятной дате в Ульяновской области традиционно посвящены тематические уроки, музейные экскурсии и классные часы. Александра Никитина, Юрий Конихин, УПРАВДА ТВ.